Макароны протухли. Девочки, решила я позавчера сварить макароны. Позавчера. С печенью куриной, которую я сделала только сейчас. Накладываю макароны, они уже слиплись, вот так тянутся. Буду есть одну печень. Куриную. Дай бог мне здоровья. И вам не хворать. Перекусить немножко. Я решила. Я там поставила варить эту курицу. Солянка у меня будет на завтра. Я тащусь от солянки, девочки, вообще. Она кисленькая, зараза. Мне очень нравится солянку жрать. Что? Самый любимый суп у меня. Какой? Крупная картошка. В тарелочке немножко. Ну, что делать? Протухло. Я же за картошку бы слазила. Там вода. Кто туда полезет? Ни хрена не полезу. В моем году так охота была картошки, но была вода холодная, ледяная. Я все равно полезла. Я показывала, по-моему, тогда на пятимиллионнике. Там я туда полезла. Это называется бетон. На следующий день я слегла. Это картошки это хотела. Бетон. Я пошла за ней. Это без байдарок. Это так прям плавала. Нет. До раза. Ты же не все понимаешь, что такое там. Я устала говорить, объясняй. Подпол это называется. Вы говорите, зачем там тогда хранить тогда там? А где хранить? В своих домах оно и есть, там и хранят. Где хранить-то? Есть еще ямы на улице. Как холодные такие. Тоже там хранят. У нас нет ямы. Подпол только. Человек, который прожил всю жизнь в квартире или где-то там в городе в большом, он не понимает, не имеет представления свой дом. Некоторые даже в своих домах ни разу не были. Не были. Понимаете? Для них это дико. Для людей дико. Дико даже, когда углем когда топят. Они задаются вопросом, а разве еще углем топят? До сих пор бывает топят, да. Дровами топят. Обрезками всякими. Если у тебя нету ничего, а надо топить, ты пойдешь по улице и будешь собирать каждую палочку, чтобы затопить печь. И так люди тоже делают. Не надо тут удивляться, это жизнь. Сегодня вы вот так живете, а завтра не знаете, как вы будете жить. Не надо удивляться чужой жизни, как человек живет просто. Вот и все. Если вы живете лучше, вы наоборот радуетесь этому, что вы лучше живете, чем другие. А вы живете лучше, а других засираете. Ну как-то некрасиво, наверное, с этой стороны, да, ведь? Мне кажется. Или наоборот, если бы у вас было бы все хорошо, вы бы не засирали других. Очень вкусная песня. Зараза. Она себе колу купила, а вы сок я вам купила. Сок вкусный. Кушайте сок, пейте. Нет, мы ходим. Ишь ты. Она сама сходила, прогулялась.
Хоть до магазина соли купила мне. Себе там. Семечек, да что? А не выгонишь. Подышать даже не выйдет. Девочки. Ссылочку на телеграм оставить? Тогда спрашивали. Оставлю. Я супик сварила. Ложку будем налаживать. С жопами со своими. С курдюком, или как он называется правильно. Смотрите. Суп-солянка. Та самая. Знаменитая Иринкина. С капустой, которая. Ну, свинина. Как вкусненько. Я сейчас покушаю, девочки. Вот прям не могу прямо. А, вкуснятина-то какая. Девчульки. А, чесночка нету. Чесночка-то у меня нету. Зараза. Тетя Свет, когда в гости придете? Ой, как вкусно, без укропчика. Смотрите, вот так берете ее, прям так отрываете. Одна. Потом берете так вторую. Тоже отрываете. Можете как в ролл ее скрутить, как ролл. Куриный ролл и задницу. И скушать. Угу. Соли маловато. Сейчас я за солью сгоняю. И за перцем. Чтоб уж кушать, да с удовольствием. Зараза. Заринка, мы с тобой договаривались. Зарин, дай мне телефон, пожалуйста, свой. Зарин, дай мне, пожалуйста, пока свой телефончик. Вот теперь самое то. Подсолила, поперчила. Красота. Очень вкусненько. Я печку затопила. Слышите, щелкает. Хорошо, когда щелкает, да, ведь? Красота. Лепота. Просто. Всем спасибо за совет. Я просила совет в инстаграме. Трона. Добрые люди мне насоветовали. В какой-нибудь таз срать лучше. Извиняюсь. Какать. И писать. Зараза. Я приняла во внимание. Зашла я на адрес. Взяла еще вот такую белую. Там черная и белая в двух цветах. Взяла. Придет потом. Пешком ко мне.
Мне нравится, когда вещь удобная. Я стараюсь две заказать. Так же, как у меня черные две с замочком. Как и ритузов красный тоже два. Два лосины купила, обрезала и все. Шалашики делают. Обалденность. С лимоном делают кто? Мне не понравилось. С этим еще, с оливками. Не на мне. С колбасой там делают. Не. С курицей самое то. И с грибочками. Может добавить грибочки. Тоже будет очень вкусно. Вы попробуйте гороховый суп с грибами. Вы вообще улетите. Космос. А серьезно говорю. Гороховый суп, грибы и сыр плавленый, который колбасный. В конце бросите, кубиками нарежете и в конце бросите. Там за недолго. А улетите, я вам отвечаю. Дарья, попробуй. Мужу своему привет. Попробуй, скажи, Иринка так посоветовала. Он улетит у тебя. А ночью ты улетишь. Суп-то будет музыкальный все равно. Хоть и с грибами. Так что кушайте на здоровье, пользуйтесь. Пока Иринка добрая вам советы раздает, девочки. Персики.